Алматинские общественники призывают усилить разъяснительную работу по вакцинации от коронавируса, поскольку инъекция остается одной из действенных способов борьбы с ковидом. С начала года в городе ведется широкая агитационная кампания по прививанию населения. Проведено 11 пресс-конференций с участием представителей сферы медицины. В СМИ опубликовано более 600 материалов. На телеканалах вышло в эфир свыше 30 новостных сюжетов. Такой подход должен применяться по всей стране, так как полное информирование дает Казахстан возможность делать осознанный выбор в пользу вакцинации, считают общественники. Призвали Министерство здравоохранения усилить работу информационного порядка по вакцинации. Это сегодня озвучила депутат Мажилиса парламента, где мы все-таки подняли вопрос, главный вопрос, который сегодня мучает граждан. Где сдать, получить вакцину, как ее получить, куда пойти, вообще она нужна, не нужна.